Всем привет, у нас в продаже появляется Skoda Fabia 2009 года выпуска с объемом мотора 1.2, который выдает 60 лошадиных сил, два владельца, пытается оригинал. Пробег составляет 126 тысяч километров. Задний ряд сидений у нас в хорошем состоянии. Передний ряд сидений также у нас в хорошем состоянии. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. Два электростеклоподъемника, блок управления светом, хорошая магнитола, хорошая теплая печка, обогрев заднего стекла. На механической коробке передач, подогрев передних сидений, центральный замок, розетка 12 вольт. Если вас заинтересовал данный автомобиль, контактные данные можно найти в объявлении. Можно приобрести автомобиль за наличный расчет по системе Трудин либо в автокредит. Находимся по адресу Студенческая 2, автосалон ZIP Auto. Всех ждем!